Как-то раз один гуру рано утром отправился искупаться в реке. Гуру сопровождал его ученик, который остался на берегу с его одеждой в руках, не желая класть ее на землю. Во время купания гуру увидел в воде скорпиона, который тонул, потому что скорпионы не умеют плавать. Гуру подобрал скорпиона. Ученик закричал: «Это скорпион! Он ядовитый! Бросьте его!» Но гуру продолжал нести скорпиона к берегу. Ученик кричал: «Он вас ужалит!» И скорпион его ужалил. Ученик закричал: «Я же говорил, он вас ужалит! А вы продолжаете его нести! Бросьте эту проклятую тварь!» Но гуру продолжал нести скорпиона. Тот ужалил его еще раз. Ученик в волнении метался по берегу. К тому моменту, когда гуру донес скорпиона до берега, тот ужалил его три раза. Гуру отпустил скорпиона на землю. Ученик продолжал кричать: «Я же говорил вам, он укусил вас три раза, он же ядовитый!» Гуру сказал: «Постой. Скорпион делает то, что знает лучше всего. Я делаю то, что я знаю лучше всего. Просто заткнись и делай то, что ты знаешь лучше всего». Точно так же мы остаемся такими же динамичными, как и вирус. Он очень динамичный, он отлично справляется со своей работой. Мы, как люди, должны очень хорошо сделать свою работу. В этой жизни скорпион не может эволюционировать в попугая, в орла или в человека. Такая возможность для него недоступна, так что он будет заниматься своими делами. У вас же есть возможность стать лучше на 10%, да? Мы не знаем, насколько хорошей или плохой будет ситуация. Нам не нужно рисовать картину о чем-то, что нам пока неизвестно. Но самое главное — подготовить себя таким образом, чтобы, какой бы ни оказалась эта чертова картина, вы были бы ее хорошей частью. По крайней мере, это мы можем сделать. Физически, умственно, эмоционально, энергетически и в области компетенции. Улучшение на 10%. Цена, которую вы платите за что-то очень простое, например, по поводу всего у вас возникают эмоции. Кто-то что-то говорит, вы становитесь такими. Кто-то делает что-то, что вам не нравится, вы становитесь такими. Как только начинается подобное, вы не знаете, как много это будет вам стоить с точки зрения вашей жизни. Это отнимает саму возможность вашего существования. Если посмотреть, что происходит из-за того, что у вас нет контроля над вашим мыслительным процессом, нет контроля над энергетической системой и вашим телом, то у большинства людей физиологическая, психологическая, эмоциональная тяга полностью отнимает возможность быть человеком. Они перематывают назад процесс эволюции, действуя на основе инстинктов и компульсий. Я лишь хочу сказать, что если вы улучшите себя на 10%, в вашем переживании это будет все равно, что вы достигли просветления. Другие, возможно, не будут видеть это в таком ключе, но вы внезапно почувствуете: «Ух ты!» Да? Чтобы изменить шаблоны ваших мыслей и эмоций, достаточно одной онлайн-программы, если вы впитаете ее суть, что очень просто. Любой дурак может понять ее. Настолько простым языком там все рассказывается и преподносится. Если вы поймете 10% онлайн-программы, то вы на 10% улучшите свой баланс и все прочее. Вот насколько все просто.